По мнению независимого технического эксперта Юрия Антипова, на появившихся видео и фото рухнувшего самолета нет признаков обледенения фюзеляжа. Версия об обледенении или некомпетентности экипажа судна менее вероятна, считает специалист. Свидетельства выживших пассажиров, кадры с места ЧП свидетельствуют о том, что у «Фокера» при взлете появилась проблема с правым двигателем. Не было бы никакой вибрации, просто самолет становится тяжелым и, соответственно, рухает на землю в этот момент. Или, предположим, меняется его геометрия по управлению, по механизации крыла. Но этого я тоже не вижу. И ненормальный шум двигателей. То есть это с обледенением никак не связано. Закрылки были в правильном положении, а вот то, что крайний левый элерон внешний сделан, повернут в такое положение, когда препятствует кручению самолета вправо, то есть пилот пытался парировать, но была борьба пилотов с ненормальным поведением самолета, и наиболее вероятно, как я считаю, это было что-то с правым двигателем.